Доброго всем! Сегодня у нас пойдет речь о ГБЦ Renault Kangoo 1.5. Ставится эта головка и на Logan, Megane, Clio, Dacia, Sandero, Megane, Symbols, Scenic. Как-то в одном из видео мы показывали, как пострадала головка Таврии от масляного голодания. Это была натуральная жесть. Кому интересно, ссылка будет под видео, и сейчас вы ее увидите вверху. Кто хочет, переходите по ссылке и смотрите. Вот, видимо, и в данной ситуации, хотя утверждать точно не могу, так как не в курсе, почему это произошло, случилось нечто подобное. Итак, смотрим на распредвал. На видео сложно показать, как изношены кулачки. Но под разными углами все же это можно рассмотреть. Мы видим, что кулачки существенно изношены. Правда, стерты они еще не до образования круга, овал пока еще присутствует, но до этого однозначно дошло бы. Ведь отчетливо видно, что слой цементации отсутствует полностью. Проворачиваем распредвал и наблюдаем эту ситуацию на всех без исключения кулачках. Предпоследний кулачок вообще так конкретно стерт. Ну что же, теперь освободим распредвал, открутим болты бугелей и снимем их. Посмотрим, что почем здесь. Очень хорошо виден износ шеи. Ступенька при последующем замере составила от десятки до двух. Убираем в сторону распредвал и смотрим на толкатели клапанов. Здесь вообще представилась удручающая картина. Я думаю, комментарии здесь излишни. Достанем стаканчики при помощи магнита и посмотрим их еще раз под другим углом и поближе. Давайте посмотрим, каков разбег по плоскости толкателя. Выставим индикатор стрелочного типа на 0 по наружному краю толкателя.
Итак, плоскость в разных местах с выработкой в центре десятка, а между центрами и краями выработка составила от 2,5 десятых до почти 4. Это прекрасно видно по стрелке индикатора. И это наблюдается, естественно, на всех толкателях. А в итоге распредвал и толкатели в металловом плюс восстановление постели под новый распредвал. Кто может еще что предположить, почему произошел такой износ кулачков и толкателей, помимо того, что это масляное голодание, пишите в комментариях. Ну а на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И безаварийных вам поездок.